Участки находятся в идеальном месте с учетом экологии города Челябинск. Вот до сюда не долетает дым с ЧМЗ, и Томинский ГОК находится вообще в противоположной стороне. Через дорогу от участков находится озеро Сугаяк, оно является памятником природы. Участки все разделены, помечены вот такими столбиками березовыми. Уже проведено электричество, то есть возле каждого участка стоит столб. Газ появится к концу августа. Проект газификации уже утвержден и подписан. Магазины. Рядом есть магазин «Магнит», «Красное и белое», есть «Сбербанк». Ехать до сюда минут 30-40 по хорошей дороге. Также, если нет автомобиля, ходят маршрутки. Маршрутки ходят каждые 20 минут. Сотовая связь здесь, да, ловит отлично. Можно спокойно заезжать, начинать строиться. Кто-то уже заехал, уже начали строиться, уже дом поставили, фундамент стоит. То есть скоро у них будет свой дом.